Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Сестры! Сестры! Мы вас ждали. Меня зовут сестра Анна, а вас? Сестра Эсперанса. А вас, сестра? Сестра Этель, Турчанка, извини. И в каком же, интересно, приходе позволяют так сильно краситься? В приходе святого Лимончелло. Прекрасно. Что вы сказали? Слава богу, это монахиня глухая, милашка. Мартышка? Что? Нет, у нас нет мартышки. А вот и остальные сестры, я вас представлю. Нет, не нужно. Нет, не надо. Не нужно. Сестра Хуана, сестра Инес, сестра Тереса. Сестра Тереса. Может быть, сядем в машину, нам уже пора ехать. Хорошо. Да поможет нам Бог. Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи Адриан Суар. Автор сериала Эрнесто Каровски. В ролях Карлос Бельоса, Клаудия Фонтан, Алехандро Ауада, Марселло Массарельо, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айес, Аделла Глейсер, Далма Милеба, Майк Амигарена, Элиас Виньолес, Грисельда Сицилиани, Николас Дагостино, Тельма Фардин, Карла Петерсон. Композиторы Алехандро Алем и Алехандро Парисоу. Операторы Пабло Старина и Олехо де Фалько. Продюсеры Мариана Петраджли и Рассана Монтес. Режиссеры Даниэль де Филиппо и Родольфо Антунес. Что теперь? Убираемся отсюда, только тихо. Но? Ничего. Нет, они, наверное, туда побежали. Идем туда. Скорее, они уйдут. Погоди, монашка. Что? Монашки. Точно, это они. В тачку. Боже мой, ничего не вижу. Куда я очки положила? Ты что тут делаешь, Кики? Ты что? Опять удрал с работы, да? Нет, мама. Зачем ты так говоришь? Я ушел пораньше. И потом, я есть хочу. У нас есть что-нибудь пожевать? Сколько можно есть, Кики? Так можно в трубу вылететь. Или, может быть, тебе аванс заплатили? Нет, мне пока ничего не дали, потому что мне хотят выдать премию к свадьбе. Правда, дадут немного. И вообще, я в этом не виноват. Подожди, и что ты будешь делать, Кики? Что мы будем делать? Нам столько всего нужно купить. Хватит кривляться. Кики, что это? Да вот, помог одному другу. Хорошо, но вряд ли нам этого хватит, Кики. Ладно, дай сюда деньги, я их спрячу. Нет. Дай деньги сюда. Нет. Ну-ка, отдай. Нет, я хочу вложить их в хорошее дельце. В какое дельце? Что ты такое несешь? Простите, как жизнь, парень, классный у меня друг. Конечно, я классный. Ну и парочка. Господи, помоги, опять кости. Уйди, мама, уйди. Опять кости. Забирай свое барахло, скорее. Уходи. Все, мое терпение скоро лопнет. Уходи. Ну вот, давайте кости. Нунис? Да. Я пришел от Мартина Кесады. Да, понимаете, раньше я никогда взяток не брал. Для новичка вы выглядите профессионально. Принесли деньги. Вы безнадежны, Нунис. Деньги здесь, но парень должен сдать экзамены на пятерку никак иначе. Понятно? Давайте я лучше поставлю ему четверку, чтобы ни у кого не возникло подозрений.
Вы новичок, я правильно понял? У нас с вами есть уговор. Либо пятерка, либо мы расходимся. Да или нет? Да. Отлично. Вот вам и хорошее образование. Сеньор! Сеньор, простите, простите за беспокойство, но мне нужно вас кое о чем спросить. Я не понимаю, я англичанин. Нет, послушайте, читайте по губам. Вы очень похожи на одного человека. Нет, нет. Клянусь, вы очень на него похожи. Мой брат Мигель безумно на вас похож. Покажите глаза. Нет, нет. Мигель, глупыш, это ты, я угадала. Мне нравится, как ты выглядишь. Думаешь, ты такая умная? Да, иногда я просто гений. Иногда мысли так и кишат у меня в голове. Невероятно. Я это чувствую. Да. Я чувствую. Конечно. Как дела, Мигель? Прекрасно. А что ты тут делаешь? Что? Я пришла сюда к ребятишкам. Вот решила пожелать им ни пуха, ни пера. Отлично, отлично. Хочу передать им свою положительную энергию. Она прямо струится из моего тела. Доктор сказал мне, что... Правда? Нет, погоди-ка, Мигель, знаешь что? Когда я думала, что ты это не совсем ты, ты разговаривал с учителем английского. А, да. Зачем ты с ним встречался? Хотел договориться насчет частных уроков. Понимаешь, хочу получше изучить язык. И поэтому ты передал ему конверт. Конечно, выплатил аванс. Стоп, знаешь что? Мне показалось, что в конверте было много денег, и что ты каким-то образом хотел навредить Мартину и детям. Как ты только так можешь думать о своем брате? Мне так показалось, ты ведь уже не в первый раз пытаешься ему навредить. А на этот раз не так. Минуточку. Кажется, я должна рассказать Мартину о твоих делишках. А мне кажется, я должен тебя убить. Ладно, я пошла к Мартину. Нет, сначала я тебя убью. Ну, конечно. Мигель, что ты делаешь? Идиотка! Я сама заварила эту кашу. Зачем ты только пошла меня искать? Не могла же я бросить тебя в стрип-клубе с голым задом. Зато там никто не хотел меня убить. Мы оторвались. Не ворчи. Очень скоро все это закончится. Слышишь, Турчанка? Давай отъедем подальше. Подальше, пожалуйста. Нам нужно заявить на них в полицию. Спятила! Если их посадят, они нас потом из могилы достанут. Это точно. Почему ты не поешь с нами? Тебе не нравится эта песня? Нравится очень. Просто я ее не знаю. Давай споем ту, которую знаешь. Еще один день в раю. Фил Коллинз. Инексес. Петр и Павел. Апостолы? Она что, в танке живет? Я знаю хорошую песенку. Нет, 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 Альфредо, Альфредо, сколько раз тебе говорить? Я ни с кем не хочу сейчас говорить. Даже о милашке? Конечно, меньше всего я хочу говорить о ней. Но она пропала. Она вечно пропадает, Мерседес. Об этом я и говорю. На этот раз ее нет нигде, Мартин. Что? Говори, Кимберли. Говори, Кимберли. Ладно, знаете что? Знаете Турчанку? Она живет с нами. У нее такие длинные волосы. Да, Турчанка, и что? Евис выгнала Турчанку из нашего дома. И вот она начала искать работу. И нашла. Устроилась танцовщицей в клубе. У них там есть шест. Она раздевается. Ну вот милашка пошла ее искать. Я позвонила ей на телефон, который вы дали. Так вот почему там была милашка. Где? Кто? Давай, Кимберли. Да, вы дали ей телефон. У Турчанки тоже был другой телефон. Не тот, который у милашки. Я ей звонила. Она не отвечала, потому что находилась где-то вне зоны доступа. Потом, когда я позвонила... Да, давай. Я стала ее искать. Я всех расспросила. Но никто ничего... Довольно. Нет, пусть продолжает. Ее никто не видел. Как никто не видел, если она была там 2 часа назад? Ты что, там тоже был Мартин? Мы об этом поговорим позже. Мерседес? Да. Звони в полицию, ее нужно искать. В полицию? Да, в полицию. Все было хорошо, только в конце ты перегнула палку. Спасибо вам за все. Спасибо. Спасибо за прием. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока. Спасибо. Пока-пока.
Ну и как мы домой вернемся? Мы с тобой у черта на рогах, а я еле на ногах стою. Я устала. Не знаю, помолимся. Помолимся. Прекрати, турчанка. Может быть, я жду чуда. Чудо? Мы живы, вот тебе чудо. Нет, ты только подумай, почему мне так не везет? Почему все это происходит со мной? Я всего-то пытаюсь на жизнь заработать. Прекрати ныть, все будет хорошо. Ладно, давай попробуем машину поймать. Видишь машину? Мы почти неотразимы. Привет, привет. Вы в центр едете? Да, сестра, подвезти? Ты можешь это объяснить? Да, в полиции сказали, что преступники занимались этим 3 месяца. Думаешь, милашка и турчанка... Не хочу показаться пессимистом, но другого объяснения придумать не могу. Если с милашкой что-нибудь случится, я покончу с собой. Нет. Она о себе позаботится. Мы с ней поссорились. В последний раз, когда я ее видел, мы поссорились. Она вернется. Надеюсь, послушай, привет. Не говори об этом. Привет. Что? Привет, знаешь что? Что? Я сдала. На 4 с плюсом. Хосе, не хмурься ты так. Мы все знали, на что ты сдашь. Минуточку, он сдал на 5, нам надо его поздравить. Поцелуй его. Давай. Пусти меня. Закрой рот. Ты такой крутой, потому что мы связаны. Развяжи меня, посмотрим, какой ты крутой. Заткнись и сиди смирно. Парни, парни, вы же не идиоты. Вы же не обидите 2 роскошных красоток. Послушай ты, я в кабаре 3 года работал. Меня этим не проймешь. Сиди. Заткнись и не рыпайся. Что вы с нами сделаете? Не твое дело. Я сказал, заткнись. Послушай, Энс, отпусти нас по-хорошему. Мы никому ничего не скажем, пожалуйста. Точно, отпусти нас. Ладно, только обещайте, что никому не скажете. Да-да, конечно, конечно. Думаете, мы идиоты? Не рыпайтесь, ясно? Мы в деревне, вам тут даже коровы не помогут. Ну? Не отвечает. А в кафе звонил? Туда звонить нельзя, может, там жучок стоит. Что будем делать? Убьем их. Нет, рано. Надо подождать. Пошли. Ладно. Пошли, а вы не рыпайтесь. Ясно? Ну почему я такая невезучая? Ну почему эти уроды поймали нас? Турчанка, попробуй меня развязать. Давай. Ладно. Тут есть лопата. Точно. Она острая. Скорей. Господи, я, если что, вены себе перережу. Хватит ныть. Играем здесь. Да. Он уже скоро придет. Чего ты взял, что он при деньгах? Я же сказал, на него вышел Кароса. Ты на него посмотри, болван болваном. Точно. Ты посмотри на него, посмотри. Слушай, приятель, а кости у тебя? Держи, парень. Вытри пот, вытри пот. Что с тобой, Кики? Ты весь взмок, успокойся. Успокойся. Я его обчищу, увидишь. Только не нарывайся, ладно? Привет, как поживаешь? Как тебя зовут? Виктор Лунчетти. Класс. Присаживайся, вот так. Слушай, я слышал, ты в кости любишь играть. Это правда? Или лгут, как обычно? Нет, правда, люблю. Круто. А у тебя есть... Ну, ты понимаешь, шуршики, то есть деньги. Денег у тебя хватает. Классно, классно. И ты готов их проиграть? А что? Да так, слышал эту песню? Нет, нет. Минуточку, я пришел играть. Песни я петь не буду. Ясно? Да погоди. Не злись, расслабься, успокойся. Ладно, ладно. Давай делать ставки. Ты ведь не против? Конечно. Отлично. Давай начнем со 100 баксов. Ну, что скажешь? На первый раз поставим 100. Идет? Отлично, вот так. Ты только не волнуйся, не напрягайся. Давай, Кики. Как там? Песня. Скорее, турчанка. Сейчас, если бы все было так просто, мы бы уже пили чай. В нашем доме. Ты ведь вернешься, правда? Заткнись, я пытаюсь сосредоточиться. Извини, продолжай.
Ты что, готова? Классно. Развяжи меня. Скорее, давай. Давай же, давай. Слишком крепко. Уходи отсюда. Беги, турчанка. Нет. Беги, позови на помощь. Нет. Беги за помощью, черт побери. Подружка, я вернусь, клянусь тебе. Блондинка удрала, ищи ее. Куда она убежала? Не знаю, наверное, в парикмахерскую. Шутить вздумала. Язык у тебя без костей, да? Посмотрим, как ты перед смертью посмеешься. Ясно, Мерседес, спасибо. Что она сказала? В офис никто не звонил. А полиция? Они ищут ее, Мартин. Я в это не верю. Наберись терпения. Сделайте перерыв, давайте выпьем. Он сдал экзамен. Констанца, мы с Альфредо обсуждаем очень важное дело. Ясно, ясно, я все поняла. Возвращайся в офис и жди звонка. Если что-нибудь прояснится, немедленно позвони мне. Ну вот, я и сама справилась. Давайте выпьем. Налей всем шампанского, милый. Я хочу произнести тост за Лауру. Она у нас молодец. И за Хосе, он просто отличник. И за меня, потому что я ведь им тоже помогала. Что ж, за тебя, Лаура. Держи, милая. Спасибо. Нужно еще. Нет-нет, держи, Хосе. Хосе. Хосе, скажи мне, почему ты ходишь с похоронным видом? У меня пятерка, я счастлив. Отлично, замечательно, роскошно. За вас. Меня кое-что терзает. Ты же знаешь, как я говорю по-английски, Мартин? Да. Да. Главное, ты сдал экзамен. Остальное ерунда. Ну все, забудь об этом. Сегодня ты герой. Ты должен больше верить в себя, Хосе. Точно, и почему ты такой? Просто так, пейте за меня, а я пойду наверх. Хосе, вернись, ну подожди же. Хосе. Хосе, Хосе. Почему он недоволен? У этого парня не все дома. Ну что ж. Нет, вернись, не уходи, оставь его в покое, милый. Ну почему твой брат вечно все портит? Мигель! Повторяй за мной. Я, Дебора, ничего не видел. Но я все видела, Мигель. Я видела, как ты давал учителю конверт с деньгами. Ты ничего не видела. Иногда я не знаю, что мне с тобой делать. Повторяю. Ты ничего не видела. Какой конверт? Какой, который ты дал учителю английского? Верно. Но в нем не обязательно были деньги. Стой, а что же было в этом конверте? Ах, да, в нем были деньги. Нет. В нем было письмо. Просто письмо. Мигель, я скажу тебе три вещи. Что? Первое, ты никогда не писал писем. Второе, там было пожертвование. И третье, заткнись, или я тебя убью. Погоди, если ты так хочешь пожертвовать деньги, отдай их мне для шопинга. Но у меня была причина для этого. Какая? Скажи, мне интересно. Я заплатил ему, чтобы он поставил Хосе. Что с тобой? Ты в порядке? Хочешь чихнуть? Нет. На меня не чихай. Да что с тобой? Я так тронута. Погоди минутку. Да что такое? Так всегда папочка делал, чтобы я могла сдать экзамены в старшей школе. Каждый год он платил деньги. Всем учителям. Точно. Он давал деньги даже моему физкультурнику. Всем учителям. Точно, всем. Вот и я подкупил всего одного учителя, чтобы помочь племяннику. Знаешь что, я рада, что ты пошел в папочку. Объясни, в чем дело? Я уже сказал, Мартин, я не мог сдать экзамен на пятерку. Я был там, Мартин. Только я отвечал на вопросы односложно. Я ничего не понимал. Что мне еще сказать? И? Не знаю, ты мне скажи. Я? А что я могу сказать? Ты поговорил с учителем, чтобы я сдал экзамен? Минуточку, ты ведь меня неплохо знаешь. Я бы никогда так не поступил. Констанца? Тоже нет. Она была уверена, что я все сдам. Что ты хочешь сказать, Хосе? Погоди. Алло. Дорогой. Турчанка? Дай мне с ней поговорить. Привет, Мартин. Милашка в опасности. Я не шучу, ты должен ей помочь. Что случилось? Мартин. Что случилось? Что с ней? Мы с ней видели то, чего не должны были видеть, и нас похитили. Я сбежала, а Милашка все еще там. Где ты? В парке, по дороге в Лаплату. Я выезжаю, а ты жди здесь. Я тоже очень счастлив, но...
Мартин не должен об этом знать. Ну почему? Ничего ему не говори, чтобы не расстраивать мальчика. Ты же знаешь Мартина. Он обязательно ему все скажет. Конечно, это будет нашей тайной. Нашей тайной. Мы сохраним это в секрете. Мы сделали ему подарок совсем как наш папочка. Погоди-ка. Когда ты делаешь что-то хорошее, мне кажется, что я твоя сестра. Класс, потому что я твой брат. Конечно, классно. Пока, Мигель, до скорого. Пока-пока. Иди, милая, пока-пока, никому ни слова. Ну и дурех, надо же быть такой балдой. Посмотрим. Фалуччо! Привет, Мигель, как дела? Дал учителю взятку, и он поставил мальчишке пятерку. Позвонишь судье? Отлично, об остальном я позабочусь. Отлично. Хорошо, когда все получается. Тебе нравится в новой школе? Да, там классно. Зазнает много, а вообще нормально. И еда классная. Хотя ты все равно лучше готовишь, так что не расстраивайся. Спасибо, деточка. Знаете что, доедайте свой ужин, пока я белье с веревки сниму, а потом поможете мне. Мы согласны. Давай, Коки, говори, куда они так спешили? Турчанка и Милашка попали в беду. Они решили их спасти. Как Бэтмен и Робин? Кого они будут спасать? Что ты знаешь? Почему не сказала мне, где Мартин? Не смей с ней так говорить, не ори. Он поехал за Милашкой, да? Она не глухая. Живо отвечай, говори. Пусти ее, что ты делаешь? Что вы? Пусти ее. Господи, вы что, с ума сошли? Это вы виноваты. Я для вас все делаю, и это значит ваша благодарность? Вы меня предали ради этой голодранки. Знаете что? С меня хватит. Похоже, война началась. Ты в порядке? Поверить не могу. Нет, глазам своим не верю. Что? У нас бензин кончился. Нет. Кошмар. Нет, я в это не верю. Как же так? Нет, мне это снится, что ли? Поверить не могу. Я тоже. Что это? Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал? Почему ты меня не послушал, Хосе? Здесь же очень опасно. До этого сарая еще далеко? 2-3 километра. Пошли пешком. Нет, ты останешься здесь. Пошли, другого выхода нет. Останься с ним, Турчанка. Что ты будешь делать? Нужно подумать. Давай! Семерка, семерка! Хватит скакать, а то я уйду. Да погоди ты! Надо тебе над психикой поработать, приятель. Слушай, ты не думай, что я идиот. Я раньше был тактическим ныряльщиком. ЦРУ? Конечно. Хочешь, мы тебе поможем? С ума сошли? Я сам прекрасно справлюсь. Знаешь что, Кики? Давай сыграем на все. Каков герой? Минутку. Мне нужно с ребятами поболтать. Ну что? Что мне делать? Что делать? Уходить? Оставаться? Хватит, ты уже много выиграл. Хотя я мог бы его как липку ободрать. Куда тебе столько денег, парень? Ты так много выиграл. Ты сейчас как Рубен. Нет, своей свадьбой я жертвовать не стану. Будь по-вашему. К сожалению, сворачиваем игру. Так значит... Ты струсил, да? Ты меня трусом назвал? Ну да, ты трус. Ты меня трусом назвал, да? Ну все, теперь я тебя точно как липку обдеру. Согласен, играем на все. И ты у меня попляшешь. Не сомневайся. Давай, Кики, давай. Погоди минутку, погоди. Меняем кости. Бери мои. Это еще зачем? Ты уже играл своими. Теперь бери мои. Куда вы меня ведете? На прогулку. Я устала, меня ноги не держат. Здесь сойдет? Вы что, оставите меня неизвестно где? Ведь здесь даже автобусы не ходят.
Нет, 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 не нужно. Клянусь, я никому не скажу, клянусь. Это мы слышали. Стой, у меня есть последняя просьба. Ладно, чего тебе? Развяжите руки. Пусть я умру, но я умру свободной. Развяжите руки. Пожалуйста. Ладно. Пожалуйста. Спасибо. Это так мило. Я вообще милый. Может, нам поразвлечься? Что скажешь? Как ты? Отвратительная идея. Но. Но все, игра окончена, пошли отсюда. Не спеши, ты же везунчик. Ты счастливчик, давай играй. Да, я счастливчик, и мне везет. Смотри, сколько ты выиграл. Давай, бросай кости. Господи. Не повезло. Что? Что там? Ты проиграл. Спасибо, парни. То есть как? Спасибо за игру. Счастливо. Пока-пока, ребята. Пока, Кики. Вот, заладил, пока-пока, урод несчастный. Кики, ты в порядке? Кики. Ты в порядке? Не переживай ты так, деньги приходят и уходят. Пойдемте лучше пивка выпьем. Пошли. Идем, тебе надо проветриться, пошли. Ты что, остаешься? Пошли, идем с нами, пошли, пошли. Да ты еще отыграешься, Кики. И очки у него фальшивые. Поверить не могу. Не верю. Знаешь что? Тебе конец. Мартин! Отпусти ее. Это еще кто? Мой прекрасный принц. Правда? Прощайся с ним. Нет. Сюда, милашка. Бери пушку, дятел. И зачем ты ее развязал? Помнишь, что я тебе говорила про ужин? Стой, Кимберли, знаешь что? Ты моя лучшая подруга. Ты мне это 100 раз говорила, Дебора. Я все поняла. Я хочу сказать, что ты моя самая лучшая подружка во всем мире. Понимаешь, что это значит? Мир ведь большой. Я поняла, Дебора, поняла. Погоди, давай куда-нибудь сходим. Иди, одевайся, мы устроим классную вечеринку. Давай. Дебора, знаешь что, я не могу, я волнуюсь. Я сегодня не хочу веселиться. Да брось ты, ты все можешь. Иди причешись, и ты будешь просто конфетка. Я волнуюсь, Дебора, я же тебе уже сказала. Почему? Потому что турчанка и милашка еще не вернулись. Ну ладно, давай тогда дома останемся. Ты приготовишь что-нибудь вкусненькое, поужинаем с твоим отцом, ты ему ноги полечишь. На той неделе я ему ноги лечила, теперь твоя очередь. Знаешь что, пойдем пока ко мне, а по пути что-нибудь придумаем. Класс. Привет, папа. Получше? Если ты решил подлизаться ко мне, то ничего не выйдет. Ничего. Ты ошибся, если думаешь, что будет по-другому. Боже мой. Это ты ошиблась. Не смей так больше со мной поступать. Я тебе говорила, у меня когда-нибудь удар будет. Это я оставил этот цветок. Правда? Нет, не плачь. Я не могу. Не плачь. Это само получается. Не знаю, что со мной, Альфредо. Я веду себя как дура. Представляешь, я начала собирать фантики. Я вижу птичку и начинаю плакать. Боже мой, что за чушь я несу? Просто тебе грустно. Но я хочу, чтобы ты знала, что твоя печаль — это и моя печаль. Скажи, мое счастье делает тебя счастливой? Ты радуешься вместе со мной? Подожди, я что-то запуталась. На эти вопросы невозможно ответить. Посмотри на этот цветок. Если бы он вдруг завял, то его смерть соединила бы нас.
Пойдем лучше покурим. Поговорить можно и в курилке. А то, мне кажется, ты переутомился. Здравствуйте. Как поживаете? Привет. Энрике дома? Энрике? Кике. Да, да, конечно. А вы кто? Знакомая. А он сейчас там, в дальней комнате. Вон в той? В синей? Да-да, в синей. Только вряд ли он будет с вами разговаривать, он очень расстроен. Будет, как миленький. Привет, красавица. Энрике. Кто вы такая? Как жизнь? Это я, Кики. Моника Гутьеррес? Что ты тут делаешь? Нет, это я, Констанца. Это ты! Как я рад, что ты пришла, детка! Я надела парик, чтобы меня никто не узнал, понимаешь? Ну, конечно. Нам нужно поговорить. Правда? Нам с тобой? Ну да, наедине. Наедине? Да. С ума сойти. Погоди. Идем туда. Туда? Да. Еще далеко? Нет, мы уже почти пришли. Тут такие ступеньки? Да, просто ужас. Идем. Нет, вы только полюбуйтесь. С каких это пор у него такие подружки? Вообще-то я хотел пригласить тебя в одно милое местечко. Я все поняла. Конечно, теперь ты решил меня соблазнить. Отведешь меня туда? А что потом? Я джентльмен. Я просто хочу, чтобы ты опять улыбалась. Ну, не знаю, не знаю. Вообще-то ты был ко мне очень мил, но... Что скажешь? Подожди минутку. Группа Кисадо, добрый день. Роса, что ты говоришь? Ясно. Да, он здесь, я даю ему трубку. Роса хочет поговорить с тобой. Привет, Роса, как дела? Извини за беспокойство, Альфредо. Я нигде не могу найти Мартина. И на мобильный он не отвечает. Что-то опять с детьми приключилось? Пока нет, но может. Что ты хочешь сказать? Их хотят у него забрать. Альфредо, их хотят у него забрать. Что? Что случилось? Нет-нет. Нет, не надо ничего делать, не волнуйся. Я пытаюсь найти Мартина. Не беспокойся, да. Я перезвоню. Что случилось? Да не молчи же ты. Говори, что происходит. Не делай такое загадочное лицо. Кто-то отправил судье донос на Мартина. Как это? Говорят, он подкупил учителя Хосе. Нет, Мартин никогда бы такого не сделал. Он сам строже всех учителей. У обвинителей есть доказательства. Правда? И что теперь? А то, что у него хотят отобрать детей. Нет. Кике! Ну что, мне больно. Сними парик. Блондинки сводят меня с ума. Хорошо, подожди. Ладно, какая красотка. Нет, нет, не трогай меня, Кики. Я сюда не ради секса пришла. Погоди минуту. Минуту. Нет, я хочу, чтобы ты меня обнял и утешил. Мне так плохо. Я тебя утешу, только разденься. Нет, не трогай меня. Чья это комната? Одного парня, он тут ночует иногда. Парня? Он что, носит лифчики? Да, он это любит. Но поцелуй меня. Это комната милашки. А тебе-то что? Ты лучше поцелуй меня. Нет, нет. Ну поцелуй, поцелуй, поцелуй. Только не в губы. Не в губы, а куда? Куда? Сюда. В руку. Моя рука. А можно я тоже? А можно тебя укусить? Пожалуйста, ну разреши. Куда мне тебя укусить? В шею? Энрике. Нет. Отстань от меня. А теперь ты кусай меня. Давай, куда? Кусай. Сюда, вот. Давай.
Как хорошо, мне хорошо. А вот мне плохо. И тебе хорошо? Нет, плохо. Нет. Господи, помоги, он что, собрался с ней переспать? Невис, что ты тут делаешь? Ничего. Ничего? Что, милашка вернулась? Нет, я ее не видела. А кто же там тогда? Минуточку. Я слышала эти вопли, я знаю, кто так вопит. Я пойду поищу Мартина, Турчанка. Нет, нет, не надо. Но он же совсем один, а если ему нужна помощь? А с преступниками ты что будешь делать? Ты спятил, они вооружены. Ты опять надо мной смеешься. Ну что мне сделать, чтобы ты приняла меня всерьез? Послушай, я всегда принимала тебя всерьез. Ты не обращаешь на меня внимания. Ты мне очень нравишься, но... Ты меня старше. Что еще? Я старше и... У меня в жизни полный кавардак. Я не хочу испортить и твою жизнь. Пойми ты это, наконец. Мы любим друг друга. Правда? Так что это не проблема. Да? Ты такой милый. Жалко, что потом ты будешь таким же, как все. Не буду, я не изменюсь. Я всегда буду любить тебя. Не был бы он маленьким, а он маленький. Кто это стонет, Дебора? Прости, Кимберли, я не могу этого тебе сказать. С друзьями так не поступают. Нет, 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 там, наверное, просто кошку закрыли. Да, очень дорогую кошку. Говори сейчас же, кто там в комнате. Зачем? Я не хочу, чтобы в комнате моей подруги занимались сексом. Если это Кики, скажи, чтобы он вышел. Кимберли, Кики никогда бы не поступил так с милашкой. О чем ты говоришь? Что такое, Энрике? Мамаша, надевай парик. Надевай и молчи. И ни звука больше. Я тебе язык вырву. Да подождите вы, я есть хочу. Отец Кимберли ест как слон. Убери ты эту чокнутую. Не смей так говорить с моей лучшей подругой, или я тебе космы выдеру. Ну-ка выходи. Что случилось? Что орете? В чем дело? Вот мы и хотели спросить, в чем дело. Что ты тут делаешь? Я сидел и смотрел порнушку. А вы перекричали главную героиню. Трещите, как сороки. Минуточку, Кики, скажи, как называется этот фильм? Так и называется, сороки. Классное название, надо запомнить. Шли бы отсюда. Это все из-за порнухи. Ну вот, вот, что я вам говорила. Убирайтесь отсюда вон. Вон, вон, вон. Здесь ничего не было, и точка. Еще одно, Невис, ты нас не покормишь? Ты все равно будешь ужин готовить. Покормлю. Потом, идите. Идите на кухню. Может, остановимся? Господи, я думала, мы до дома верхом поедем. Тебе понравилось? Да. Я чувствую себя главной героиней в сериале. Ты и есть главная героиня в сериале. Ты в порядке? Да. Благодаря тебе. Я думал, что потерял тебя навсегда. Мартин, я же говорила тебе, ты меня не потеряешь. Мартин. Ничего не говори. Я посажу тебя спереди, так тебе будет удобнее. Так, поставь ногу в стремя.
Вверх, давай. Мартин. Я хотела сказать «да». Послушай. Нет, остановись. Нет. Нет, прекрати, Энрике, хватит. Мы и так зашли слишком далеко, прекрати. Нет-нет, подожди. Ты пришла, потому что сходишь по мне с ума. Да нет, пойми, я сама не знаю. Мне нехорошо, я запуталась, я не знаю, что я думала. Ты думала обо мне, думала о командире молнии и о том, как тебе хорошо со мной. Да, но все равно хватит. Сегодня и так был безумный день. Мы с тобой перегнули палку. Ну и что? Может, мы с тобой и перегнули? Но это же еще не конец. Понимаешь? Понимаю. Мы еще не закончили. Так, я выгляну. Да, мне уже нужно уходить, я не шучу. Я посмотрю, есть ли кто-нибудь во дворе. Ладно, иди. Это моя подруга. А это моя мама Ньевис. Очень приятно, я ухожу. И поскорей, пока никто не видит. Да-да, спасибо, ладно. Пока-пока, Энрике. Пока-пока. Пока, заходи еще. Моя подруга, мы... Подруга. Да. Не смей мне лапшу на уши вешать. Какое жуткое место. До чего ты дошла? Иди сюда, шлюха. Я знала, что это ты. Посмотри на себя, посмотри. Заткнись, послушай. Я уже тебя наслушалась. Ты весь день провела с командиром молнии. Ты спала с ним? Замолчи, все не так, как ты думаешь. Неужели не так? Тогда как же? Не знаю, но... Я это уже говорила, но все не так, как ты думаешь. Ты ошибаешься. Ошибаешься? Ну, хорошо, предположим, что я ошибаюсь. Но ты должна кое-что мне обещать. Что? Мне нравится твоя одежда. Ты разрешишь мне порыться в твоем гардеробе? Дебора, мне нужна сумка, туфли и все такое. Дебора, да как ты можешь меня шантажировать? Могу, потому что мне очень-очень нужны эти вещи. Правда? Будь осторожна, потому что мне очень хочется кого-нибудь убить. Если проговоришься, то ты даже не представляешь, что я тебе устрою. Правда? Правда. Констанца, что? Он хорош, да? Помнишь, мы с тобой размеры обсуждали. Можем о нем поговорить как-нибудь на днях. Пока-пока. Она меня испугалась. Иди сюда. Иду, папочка. Милашка, я самый счастливый человек в мире. Я тоже. Это лучшее, что со мной случалось в жизни. И со мной. Ты вся дрожишь. Обними меня, или я упаду в обморок. Поцелуй меня, поцелуй. Да. Я вижу звезды, разноцветные звезды. Звезды. Я такая глупая, да? Нет. Каких они цветов? Красный, лиловый, пурпурный и... Я тоже их вижу. Ты смеешься надо мной. Я не шучу. Знаешь, какого они цвета? Я вижу звезды цвета твоих глаз. Хватит.
Почему? Потому. Почему? Это нехорошо. Что? Это нехорошо. Но почему? Почему? У тебя есть невеста, а у меня есть парень. Нет, милашка, нет. Сколько уже можно? Пожалуйста, послушай меня. Я хочу быть с тобой до конца своих дней, понимаешь? Ты уверен? С нашей первой встречи. Мартин! Милашка, помни, что я тебе сейчас сказал. Милашка, ты в порядке? Лучше не бывает. Иди скорее сюда. Извини. Это просто чудо. Мартин, ты прости, что я в багажник забрался. Прости. Ничего, теперь все будет хорошо. Conmigo, no tengo decidido, voy a ser más que tu amigo. Ya te lo digo.